Россия считает Голодомор политизацией истории. В МИД РФ прокомментировали тему геноцида украинского народа. Россия считает, что тема Голодомора в Украине в 1932-33 годах носит антиисторический и политизированный характер. Об этом в четверг, 23 ноября, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости. Комментируя позицию Киева, который считает события 1932-33 годов геноцидом украинского народа, устроенным Иосифом Сталиным и советским режимом, Захарова сказала следующее. «Такая трактовка не имеет ничего общего с восстановлением справедливости, носит политизированный, давайте скажем прямо, просто антиисторический характер. На наш взгляд, когда так ставится вопрос, так подается тема, цель одна – посеять раздор между народами России и Украины. Кроме того, обращаясь к властям США, МИД РФ советует внимательнее изучать историю в связи с резолюцией по поводу 85 годовщины Голодомора в Украине, представленной ранее в Палате представителей Конгресса США. Мы призываем американских коллег впредь более внимательно изучать исторические данные, и я бы позволила себе сказать проще. Просто начать изучать исторические данные, сказала она. Напомним, проект резолюции, приуроченный к 85-краткой годовщине Голодомора в Украине, представили в Конгрессе США. Как сообщал корреспондент НЕТ ранее, президент Петр Порошенко поднял вопрос признания Голодомора геноцидом украинского народа во время визита в США. По словам главы государства, Конгресс ускорит рассмотрение резолюции по Голодомору. По материалам сайта newsgro.com.